Слова благодарности регулярно звучат от жителей новых регионов, приехавших в Краснодарский край. Так, пенсионерка из Херсона, перебравшаяся в Анапу, поблагодарила российского лидера за спасение от бомбежек. У Светланы Немыкиной серьезные проблемы со здоровьем, которые усугубились на фоне стресса. В Анапе ей оказали помощь и предоставили необходимые лекарства. Очень переживала, мне принесло большой стресс из-за того, что такое стрессовое в Херсоне. Обстрелы, у меня даже были нервные тики, ночами я не могла спокойно спать. На вокзале я тоже теряла сознание от того, что я вовремя не принимала Эутирокс, так как у меня щитовидки нет. Меня прооперировали в Херсоне. Сейчас я нахожусь в Анапе, уже спокойно ночью сплю, уже таких нет стрессов. Благодаря вашим жителям нас хорошо приняли, приютили, кормят нас. Спасибо, конечно, Путину, президенту, который нас спас от такой. Еще одна жительница Херсонщины, оказавшаяся в Темрюкском районе Кубани, благодарит региональные власти, работников всех специальных служб и кубанцев за помощь и теплый прием. Руководство и всех жителей Краснодарского края за теплый душевный прием. Здесь нам предоставили все условия для жизни. Удобно, комфортно, тепло, трехразовое питание, гуманитарная помощь, медицинское обслуживание. Хочу отдельно поблагодарить всех сотрудников всех служб, которые приезжают к нам и работают с нами. Это пенсионные, паспортные, социальные, страховые. Всем большое-большое спасибо. Напомним, в Краснодарском крае Анапа и Темрюкский район приняли больше всего гостей из новых регионов.